Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о новой релизной iOS 14. Все так же у меня мнение не изменилось, все точно так же я считаю, что это говняная iOS, она сейчас не настроена, не стабильна ни под какой iPhone, даже под iPhone 11 Pro. Так, я объясню почему. Сейчас у нас система iOS 14 построена в основном на виджетах, то есть большой акцент на виджеты, на тапы, виджет звонка и так далее, смарт-папки. Из-за этого пока еще система не дает ускорения по работе обычного использования, но на открытие приложений каких-то стандартных, даже нестандартных, неважно, каких-то App Store. И так же самое запускаются игры туговато. Батарея не держит, а именно система не настроена под iPhone, под любой iPhone. Это касается также и iPhone 11 Pro Max. Берем с вами iPhone 11 Pro на iOS 13.7. Показатели iPhone 6 гигабайт оперативной памяти, Apple A13 Bionic чип и 3190 мАч. Это не Max версия. И этот iPhone держит 24 часа стабильно. Вы можете играть, убивать его, уничтожать как хотите, он все равно у вас 24 часа продержит. Стабильно сутки. То, что мы не можем сказать об iOS 14. Заметьте, на iOS 13 у нас показатели 1330 у нас single core и 3500 мультикор. Смотрим на iOS 14 с тем самым iPhone, с теми же самыми параметрами по данному iPhone начинки имеется в виду. Но Geekbench 5 нам показывает о том, что на iOS 14 single core является 1327 очков. А в мультикор у нас 3370, значение небольшое, там в 3 очка, там 130, но результаты говорят об обратном. Этот телефон уже меньше держит, уже 16 часов, это на 8 часов меньше, представьте себе. Каков вывод у нас с вами? То, что система еще совсем сырая, нестабильная. Я как бы не зря вам и не просто так говорил, что я на iOS 13.7, это моя последняя iOS, это на долгое время. Я сомневаюсь, что это поправят до выхода еще iPhone 12. А что нам известно об iPhone 12? Мы знаем, что выйдет три версии. iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. С разрешением экрана 5.4, 6.1 и 6.7 это будет самый большой. Но какие будут данные у нас iPhone 12 Pro? Это 8 гигабайт оперативной памяти. Apple A14 самый мощный чип будет. И как известно, что батарея будет меньше, неизвестно, это будет 3000 мАч, либо 2900 мАч. Сказали, что будет чип энергоэффективен намного, чем был это iOS 13 Bionic. И как бы за счет этого на 1 час обычная версия, средняя версия iPhone будет держать. Но это мы не учли то, что это будет iOS 14 или они отталкиваются от iOS 13. Я сомневаюсь, что они поправят даже до выхода iPhone 12, но как бы надежда умирает последней. Будем посмотреть, как говорится. Итак, вывод у нас какой, что iOS 14 это говно. К установке не рекомендую. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!